Забавное видео публикуют сотрудники одного из парков аттракционов в США. На знаменитых американских горках ежедневно катают плюшевых медведей и других игрушечных зверей. Дело в том, что сейчас большинство парков по-прежнему остаются закрытыми из-за коронавируса. Но для поддержки состояния аттракционов горки должны работать ежедневно. Команда парка решила посадить на места для пассажиров большие мягкие игрушки, которые раньше служили призами для победителей конкурсов.